Сейчас мы заехали на Катлакална 6D. Мы здесь недалеко живем, но мы здесь ни разу, ребята, не были. Вот хочу поснимать, показать, что здесь есть. Здесь такой центр торговый, да, здесь много чего можно где посмотреть. Витя, почему мы здесь только живем и ни разу не были? А? Вот скажи, пожалуйста, ты был? А почему я не была как блогер? Ни разу здесь не была я. А? Что-то такое? Смэк. Ну-ка. Хорошенькая такая, аккуратненькая, не очень большая. Также и вытяжка такая же. А плита какая? Тоже смэк, да? Тоже. Только ценников нигде нету. Хлебушек. Вот такие подставочки я люблю, да, чтобы на ножке было бы вот так вот. Очень мне нравится. Да, плохо, что нигде нет ценников. Вот это все продается, да, ведь? Правильно? А тут, наверное, надо заказывать, наверное, да, я так думаю, по каталогу там смотришь все, да, как это образцы. Ну, все равно могли бы какой-то ценник ориентировочный поставить, наверное, да? Книжка кулинарная. Вот такая люстра интересная. Как виноград, да, ведь? Да. Такой, как будто бы. Ага, так закрыл, да? Да. Прикольно, да? И закрывается, да? Супер. Да? За три раз и все. Прикольно. Но, знаешь, такую красоту и не хочется даже прятать, если честно. Когда так вот красиво, зачем это прятать? Мне, например, нравится, когда в открытом виде. Вот так вот стол накрыт, да, тоже прикольно, да, красиво. Ой, островок, как я люблю островок, жалко, что у меня такая маленькая кухня. Только здесь, да, посередине комнаты, да, там такая кухонька. Да, можно, и столешки вон там тоже можно выбрать, видишь, тоже, да, любые фасады, да, заказать здесь все можно. Катлакална 6D, ребята, да, если кто-то... Вау! Да, покажи. Какая красота, вау, как мне нравится. Очень красиво, да? Под дерево тоже есть. Да, но здесь вообще под мрамор. Но ценников нигде нету. Подсветочки. Подсветки, да. Ручки, подсветки здесь. Ребята, здесь вот такой вот центр, здесь мы же живем, здесь вот недалеко Балтиком есть, да, их офис. Чего мы сюда никогда не заезжали? Все время мимо проезжаем, ночью никогда не заходили сюда. Так, пойдем здесь посмотрим, что здесь. Так, здесь освещение. Ну, давайте посмотрим, да. Ну, такая красота здесь тоже. О, какой шар, да. Стоит 197 евро. 285, 178, вот такие ценники. Так, столы и стулья. В общем, там все делается под заказ, там, где мы были, где мебель, где кухня была, да? Ой, какие здесь люстры, ух ты! Вы только посмотрите, какая красота! Ну-ка. Так, это 1274. Ну да, ценник такой. 627. 582. У меня в спальне люстра за 200 евро. Я скажу, ничем не хуже. Даже лучше моя, даже поинтересней. Такие мне нравятся светильнички. Этот 298, этот 159. Ну, как-то цена, конечно, дороговата.
какие здесь интересные. Посмотрите, да? Какой дизайн интересный. Ну, очень красиво. Мне очень нравится. Сколько вот такая стоит? 289 вот такая стоит. Ну, красиво, конечно. Такие вот настенные интересные. Вот такие вот шары 175, 98, 52. И вот есть разные-разные. Эти уже подешевле пошли, но и они поскромнее выглядят. Также здесь есть выключатели. И вот. О, красивая тема. Да, тоже классно двигаешь. Это как для меня, для блогера. Настраиваешь насветку. Кстати, вот такое встроенное. Я видела одна блогер. Она из России, по-моему, да? Она делает у себя ремонт. И вот она делает вот такие встроенные. Так красиво. Она на потолке такой тоже делает как-то. А, вот здесь тоже, видишь, как встроено на потолке все, да. И вот у нее такой тоже и по стене идет. Очень красиво смотрится. Подвесится, да? Да. Мне вот это вот встроенное. Это же, наверное, в регипс, да, вставляется, да? Просто, да, и все. Профиль вставляется. Да, это прикольно. Мне нравится, да. И вот такие всякие разные дизайны тоже, да, красиво. Так смотрится все. Супер вообще. И вот так вот тоже, да, интересно, тоже двигаешь. Нам бы на кухню такой вид. Да? А мне, знаешь, когда я там снимаю что-то, так вот подвинул как надо освещение, было бы супер. Не, ну, ребята, вот это вообще классно смотрится. Я видела просто, как это смотрится в квартире, это очень красиво смотрится. Здесь какая красота, да? Ой, чего только нет, да? Вот если у тебя свой дом, ты строишь, да, у тебя есть деньги, можно так все красиво сделать. Сказку можно сделать. Поднимемся на второй этаж, да? Сейчас поднялись на второй этаж. Варианты, какие только хотите. На любой вкус и цвет. Так. А что там ведь? Тоже что-то? А тут как варианты уже, да? Бегемот, лампочка. Ага, точно. Там включаешь, наверное. Это детская такая. Ну, да. Для детей. С да. Угу. Не, ну красиво, да? Даже ворона. Угу. Вот посмотрите, вот на стене, да, образец. И вот как люстра, да? И там на стене. Но очень красиво смотрится. Ну да, ценники. Кусачие ценники, да. Вот здесь вот такая подсветочка. Стоячий такой светильник, да? Но мне кажется, от них света мало. Сейчас, видите, сейчас светло, не поймешь. Много света они дают или мало света дают. Не понять как-то. Ну, что там еще? Не, ну, красиво, красиво, стильно выглядит, да? Очень стильно. Тоже интересный вариант такой. Очень тоже красиво. Стильно, стильно, да? Так, ну, пойдем дальше, посмотрим, что-то здесь еще предлагают. Вот там что-то есть, вот там везде что-то есть, да? Пойдем посмотрим. И вот в этом здании, а еще за этим зданием сколько? Ой, здесь столько всего, вы только посмотрите. Сейчас мы сюда зайдем. Здесь вроде как ламинат, да? Такое все. Здесь, я так понимаю, все для дома, да, везде? Да, мебель, да. Да, мебель, ну такое все, ламинат, для строительства все, короче. Ну, давайте сюда зайдем. Я здесь постою. Нет, я тебе постою сейчас. Ваша. Нет, мне надо с тобой, чтобы мы вместе были бы. Вдруг что-то интересненькое увидим. Но здесь везде. А, тут и... Здравствуйте.
Здесь и ковролины тоже можно выбрать. Тут эти всякие разные ковролинчики. Да. Вот ламинат. Разный. Ну, в общем, здесь все-все по строительству. Так, ну здесь понятно, здесь ламинат и ковролины, да, все для пола тогда получается. Идем дальше. Туда пойдем, Витя? Да. Пошли туда сходим, да, посмотрим, что там. Мебель там, посмотри, вон, видишь, там. О, сюда, наверное, не пойдем, здесь такое вроде как все офисное, муж говорит, пойдем дальше. Здесь тоже такое все отделочное, да, плитки всякие. Да, идем дальше. Вот если бы мы сейчас с тобой делали какой-то ремонт, тогда мы, конечно, зашли бы, да? А так просто пойдем туда, в мебель пойдем. Здесь тоже, да, жалюзи, там ламинат, наверное, там ковролинчик тоже, диванчик я там вижу. А, тут еще такие вот, а, нет, это образцы, это не диванчик, это образцы, да, еще можно сделать, да, идем дальше. Ну вот, разные виды ковриков. Кстати, симпатичные, между прочим. Акция. Написано минус 20%, если что. Так, ну здесь такое все постельное, да? Диваны, одеяло, белье постельное. Образцы такие, кровати. Вот красивое белье. Это вот белье, диванчики, все у вас продается, да? Да. Это все на продажу. Птичка залетела? Прикольно. Цвет красивый. Красив... Ой, ведь твое любимое кресло. Поднялись на второй этаж. Вот тоже кровати, да? Смотрите. Ну, так, ночник хороший такой, да? Ведь такой приглушенный, да? Хорошо смотрится, да? Ой, какая там большая кровать. Ну да, эти такие маленькие. Вот там такая большая уже двухспальня. На две персоны. Ой, хорошие подсветки, ведь мне нравятся такие приглушенные, да? Очень хорошая. Такая, сколько кровать. А, это банкетка стоит 365. Интересно, сколько там кровать? Тут все по отдельности, короче, да? Такие хорошие кровати. Ой, да. Ой, как раз я смогу птичку снять отсюда, точно. Там птичка залетела сюда. И не первый раз уже залетают, они могут погибнуть здесь. Она не знает, как вылететь. Если шире сделать, может быть, она все-таки найдет выход. Легче будет, скажем так. Вот она, птичка. Потому что, знаете, как она может одно не увидеть, а когда пространство пошире, ей будет проще. Продавец говорит, часто залетают сюда птицы и не всегда могут вылететь отсюда, да? Уже сидит несколько часов там бедненькая. Жалко. Да, птичку жалко. Прям аж как-то лучше бы я не заходила сюда и не знала бы, слышишь, Витя? О, сейчас они закрыты. На Кипцеле 11, 12, 13 октября выставка. А что там? Ну-ка, давайте мы подглянем. Там диваны, что-то... Есть. А, диваны, да, диваны. Угу. Здесь, интересно, мягкая мебель. Спальни, шкафы. Мы с мужем только так, знаете, в это, в окошечко заглядываем. Тоже закрыто, да? Тоже на выставке, наверное, они. Да, открыто. Открыто, да? Два этажа. Угу. Сейчас мы зайдем вот в этот магазин, да? Home for you. Вот, Home for you. О, супер, слушайте, посмотрите, сколько здесь всего. Ой, кресло-качалка, 139. Слушайте, нормальные цены здесь, да? Вить, смотри, да? А, но по акции. Нормальная цена, слушай. Мне кажется, удобная будет, не? Вот, такие вазоны. Красивые. О, палатка. Да? Интересно, да? Так она тоже такая капитальная, да? А, стоит у нас сколько? 995. Палатка более такая капитальная. Хорошая, да?
муж говорит, столики недорогие. Ну, это отдельно, да, ведь, наверное, продается, да? Наверное. Это отдельно, наверное, это отдельно, я так думаю. Или это комплект? Выдвини бы немножко посмотреть, или это комплект? Ну, здесь ценника нету. Ну, надо посмотреть, сколько штук, одна или две за цену. А я не знаю тут. А, за две штуки, ведь. Да. Это специально выдвигать, да. Чтобы... Ну, да, 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 это за две штуки, расширить. Ну, нормально, да? Очень даже хорошо. А это, которое выезжает, раздвигается. А, да? Вот две кнопочки. Ага. Сложите, разложите. И спать можно, да? Совсем, может, нет, но это самое. Угу. Вот и лишь две кнопки. Угу. 423 евро. Угу, вот, да. Супер. Диванчик. 400 евро. Цвет такой красивый. Ну как, удобно? Вот такой под дерево вариант есть еще. Там под мрамор было, да? Здесь под дерево. Этот стоит 300 евро. Вот такие креслы. Ух ты, такое мягенькое, хорошенькое. Сколько стоит? 149. Да. Ага. Отдыхать и смотреть телефон. Меня смотреть, Рутувлог смотреть. 319 стоит. Это кино. Да, это кино смотреть, да. 639. Такое кресло. Ага. Ну да. Тут еще, знаешь, что не хватает? Подвести электричество и заряжать, да, мобилки. Удобное? Это надо сесть. Ой, ребята, очень удобное. Ой, как хорошо, даже вставать не хочется. А, еще это поднимается. Да. Для ног. Ну. Да, еще для ног можно, короче, выдвинуть, да, чтобы ноги у вас были так вот, вот так вот вытянутые. Ой, очень удобно. Мне нравится. Хочу. Ой, удобнее, чем наш диван. Слышите? Конечно. Намного удобнее. Ой, как хорошо. Сейчас вот на кресло так... которая показывала, села, да? Оно крутится. Во, еще. Ну, тоже можно голову положить, да, тоже удобно. Вот я люблю, когда можно голову положить. Хорошо. Для моего роста подходит. Может, если кто-то повыше, может быть, не очень будет, если кто-то 2 метра. А мне хорошо. Очень удобно. И диванчик этот тоже очень классный. Удобная мебель. Ой, да, хорошая полочка. 159, дешевле, чем в Юске. Но это даже она такая более воздушная, это даже поинтереснее полка. Вот такая нам туда в угол подошла бы ведь, да? Угу. И разные, знаешь, это самое поставить. Угу. Какие-то композиции, какие-то книги. Ну да, классная, слушай, полочка. И ценник, я скажу, нормальный, да. Ну, в Юске 200 евро уже загнули, да? Не знаю. Да, это тоже для ног тоже. Да, выдвигается. 319 да, евро. Выдвигается, то есть полулежа. Ну, ноги вот такой-то, это самое, выдвигаешь, и все. Съезжает, чуть и ноги поднимаешь. Это тоже съезжает, да? Да. Прямо сюда. Вот ты думаешь. Ты уверен? Ну, здесь тут это есть. Кнопочки. Ну, вот смотри, ну, вон, шевелится, шевелится. Ты там нажимаешь, шевелится. Мне кажется, только ноги выдвигают. Ну да, чуть-чуть сползает, да, чуть-чуть. Видите, какая сейчас... Ой, да. А, тут лечь можно даже. О, это как в зубном кабинете, слышишь? Прикольно. Ну, так он уснул и всю ночь проспал, да? Не, под любой полочкой. Классно. Ну, да. И скажу, 319 евро, скажем так, ну, нормальная цена. Тут же все-таки механизм еще, да, какой? О, какая еще полка. Это как декорер купить эти всякие штуки. Угу. Так, что у нас здесь еще? Ой, сколько есть много всего, слушай. Почему мы здесь никогда не были, а? Посмотри, ведь стол, да? Она поднимается. А это вот это вот, а это что такое? Время показывает. Ну ничего себе система, даже время показывает. Нормально? Что только не придумают. Прикроватный столик 60 евро. Но я видела получше столики, если честно. Такой совсем маленький. О, барная стойка. Сколько она там? Не стойка, а это тележка. 150 евро. И нет, там для бутылок нету, да? О, хороший столик.
Ну, для бутылок, да, как бы нет. Есть для бокалов, для вина, видишь, вешается там под дюзом. А так вот повезешь, вдруг бутылка упадет, и разобьет стекло. Да. Вот это вот такой интересный столик, да? Хороший. Ну, что мы с тобой купим, Зая? Выбирай. Берем все. Какие? Берем все. Мне много чего здесь нравится. Что мы в угол поставим? Пойдем подумаем, как вчера и продали. Так, ой, как здесь красиво. Как здесь красиво. Особенно, когда солнышко светит. А? Что там, картины? Ну-ка. Ну да. Ага. Всякие-всякие картины. Нравятся мне такие картины. Красиво, да? Супер. Очень красивые. Так, пойдем там посмотрим еще, да? Там сейчас солнышко светит. И выглядит так симпатично очень. Вот тоже столик. Под мрамор все так, все красиво. Да, эти полочки хорошие. Там какой-то в угол поставить, да, который по ширине подойдет. Ну, да. Ходи, смотри, что. Ну, ок. Смотри, да, на дачу. Ну, как сколько этот столик стоит. Помнишь, я хотела такой стол в доме мебели, мы видели, красивый под нашу секцию. Я так жалею, что мы тогда не купили его. 500. Мы за 30, да за 350 с тобой видели, или за 300, я не помню. Ну, тогда, по-моему, латы были. Латами. Вот такой капитальный уже. Тоже полочка такая неплохая, ведь, да? Сколько она стоит? 490? 190 или 490? 490? Ну, как-то... Как-то. Дороговато, если это цена на полку. Вот такой прикроватный, да, столик? Тоже 50 евро. Вот здесь. А вот, кстати, эти картины. Вот так они смотрятся. Ой, тут и посуда есть тоже, ведь. Посуда тоже есть здесь, посмотрим. Дощечки, как у меня, которые у меня висят, так у меня надпись другая. Хорошо, здесь центр, да? Туда-туда зашел. Интересно, какие цены? А, вот ценники, да. Так, ясно. Идем дальше. Стульчики мне нравятся, да, ведь хорошие? Смотри, такие мягкие. Сколько вот эти стоят, а? 80, 79. Ну, за эти можно уже те купить, которые, помнишь, мы покупали, да, за эти деньги, да? Где мы смотрели там в Молсе, да? Молс. За эти деньги можно. Единственное, мне цвет нравится. Хороший. Так, что здесь у нас? Эти, да? 109. Нет, это что за 90, помнишь, который мы, да, с тобой видели? Такой вот столик. Да, но здесь много чего интересненького. И даже халаты есть. Даже вафельные. Не вафельные, думала, что вафельные. Или вафельные. Ну, похоже на вафельный халат. Что-то похожее. Ну-ка, фартуки. Такие вот. Вот такой стол, стулья. Тоже, да? О, какое широкое. А, сзади широкое, а здесь так не очень широкое. Не, ну интересный магазин, да, ведь? Ценники более-менее нормальные. Да, и ценники более-менее нормальные. Хороший магазинчик. Это тоже белый, вкладывается. Угу. А, вот это навес, помнишь? Три штуки, где мы такое видели? А, возле ценоклуба. Возле ценоклуба. Да. Там жалюзи, да, вот эти, которые опускаются, да? Угу.
Но мы с тобой видели дешевле, ведь там была, помнишь, акция, да? И там, по-моему, 900 евро было, да? По акции. Это вот палатка, это уже целый дом, ребята, да, получается. Сколько стоит? 2000, да? Ну, 3000 тоже, да? 3. Почти 3. Но это уже целый дом, можно сказать. Ну, комната, целая комната. Вообще классная. Даже двери. Вон. Что здесь, стекло? Стекло, да. Ничего себе, посмотрите, видите, купе. Такое вот купе закрывается. Оно вообще, посмотрите. Ну, точно целая комната, да, ведь? Супер. Это моя тема. Высокий стол, высокие стулья. Очень люблю сидеть в высоком столе. Вот такой вот есть тоже стол. И вот такой, да. Ну-ка, сколько стоит такой стол? 239. А мы тоже в Юске видели. Не помню, сколько в Юске стоило. Сейчас мы поднялись на второй этаж. Но здесь такая садовая мебель, вся садовая. Ну, там тоже, в принципе, внизу было много чего садового. О, какая тележка, ведь, смотри. Да? Ну да, 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 я знаю. Да, я знаю. Просто показываю. Шезлонги. Да, шезлонги. Загорать. Ой, там, смотри, кровать, это такая вещь, как навес, посмотри. Пойдем посмотрим поближе. Этот вариант прикольный. И вот тот вариант. Смотрите, как классно, да? Отдыхать. 643 евро. 967 евро. Ну, прикольно вообще. Ну, вот здесь садовая вся. Да, выбор есть. Вот кому надо, выбор есть, конечно. Вот такая тележка, 149 евро. Ой, какая тележка, ведь за 33, посмотри. Такая классная. Ой, тут еще и поднимается вот так вот. Да? Вот такое, типа, вот такое высокое было. Вот такие, ну, не качели, типа, да, такого. Что-то, не знаю, как правильно называется. Груша? Да. Вот такие маленькие столики. И плюс такая полка. Кстати, очень красиво смотрится. Кому-то по дизайну подходит, да, вот такая вот вещь. Очень красиво. Вообще нравится мне. И вот такой вот столик. Да, здесь много чего интересного, да, ведь? Особенно для дачи, если кому-то, да, надо что-то такое. Стол 99,50. Наверное, хорошо греют такие огромные, да? О, какие хорошие тележечки. Даже на кухню такое, если вот есть место, да, подходит, поставить можно. Обычно, знаешь, овощи складывают вот на такое обычно. Я видела на картинках. 40 евро. Прихожая? Да. Ну, повесил. Ага. Вешалки, вешать, крючки еще есть. Да, но тут больше двух зимних курток не поместится, да? Две штуки поставил. Две штуки. Ну, если две штуки, да. Интересно просто. Ну, но получше там, чем то, что у нас. Ну, наверное, если две штуки, это уже 80 евро получается. И плюс еще такой, как сидушку нам надо, да? Но все равно за 100 евро получается все равно. Так, вот для ключей такая вот интересная. Очень даже, кстати, прикольная, да? Только нам по цвету не подходит. Вот нам такая вот больше по цвету подходит. Для ключей. Угу. О. У нас только ключей, правда, много нету. Нам такую большую не надо. Для обуви, а здесь кроме туфель не поместится ничего. А вот мои полусапожки куда вот ставить, скажи, пожалуйста. И здесь тоже мои полусапожки не поместятся. Я уже молчу про сапоги, да? Плюс обувь. Ну вот для обуви, ну, достаточно места, да? Угу. И плюс повесить одежду, ну, да? Длинные не повесишь. Ну да, длинные не повесишь. Мои, то, что у меня длинная есть. Вот такое поместится длинное, ведь.
Вот это слишком большая, да, для нас вот это вот? Да, широкая, подожди-ка. Ну-ка, вот такой вариант еще есть. Вот вариант, кстати, ведь еще какой-то есть тоже. Вот, вот, вот типа такого нам что-то надо, видишь, вот. Сколько? 179 евро? Вместе с низом 179, да? Да, это все цельное, да. Все цельное. Вот, во, вот наш вариант, кстати, вот он. Вот такой нам что-то надо. Можно и сюда повесить одежду, и на вешалке, да, вот можно повесить одежду. Вот это отличный вариант. Потому что все предусмотрено. Потому что закрытый мы ничего найти не можем, закрытое с тобой. Спокойно, это самое. Да. Ну, если быть закрытый шкаф, он будет сильно выпирать. А у нас там комод стоит, мы не можем позволить себе шкаф туда поставить, получается. Нам надо что-то типа такого варианта, вот что-то. Это наш вариант ведь. Ну, ты в комнату имеешь в виду, да? Мы с тобой только что про прихожую говорили, а ты сейчас уже... Да, ну, видишь, а под цвету нам надо, чтобы под секцию, да? Понимаешь? Или нам секцию менять? А все не отговаривают. Рута ни в коем случае секцию не менять. Очень хорошая секция, все говорят. Картинка полная. Да. Угу. Нет, картина шикарная, согласна. О, опускайся и поднимается. Это как парта считается, нет? Это слишком маленькая для парты, да? Большое. Это как, ну да, как парта, наверное, да? Но вот там салон сантехники, а там даже опять мебель есть, ведь слышишь? Мебель и аксессуары тоже есть. Слушай, так хорошо все в одном месте, да? Чего мы с тобой сюда не приезжали? Тут даже пешком дойти мы могли до сюда. Здесь тоже мебель, но мы, наверное, туда не пойдем. Тоже вот диваны. Красиво. Вон там диванчики тоже, стульчики. Ребята, нам понравилось там очень, да, ведь? Да, да. Очень там есть, вам что-то надо... Ой. Что-то можно найти. Да, что-то для дома надо. Найти там можно. Вообще, неплохой такой вот этот центр. Походить там. Еще мы, это еще мы нигде, не везде зашли. Мы только несколько магазинов с тобой зашли. А так вообще, походить там вообще супер. Вот мы были здесь, да, на Котлокална. Сейчас разворачиваемся, едем в обратную сторону. Вот здесь мы были, да? Здесь мы. Тут надо еще будет походить. Мы еще не везде походили. Да. Здесь очень много всего. Еще не везде я походила.